У армии Российской Федерации сложилась военная катастрофа не только у Лимана, но и северней. Направление Сватово, уверяет Алексей Арестович. Обвал обороны вооруженных сил Российской Федерации в Лимане потянет за собой еще одно обрушение. Произойдет оно, вероятнее, севернее, от Купинска, Узлового и в направлении к Сватово. С такими прогнозами выступил советник Офиса Президента Украины Алексей Арестович вечером 1 октября в эфире YouTube-канала Фейгин Лайв. Злые языки утверждают, что там, еще и на севере, беда-беда в сторону Сватова развивается для россиян. И говорят, темпы продвижения такие, буквально не знаешь, как это все квалифицировать, потому что обороны нет. Дырявая оборона, войск нет. А знаете почему? Их дернули под Лиман. Одна ошибка тянет за собой другую. Воронка катастроф так и работает, рассказал Арестович. Он добавил, что на этом участке ожидается мгновенное обрушение фронта. Очень быстро все произойдет. Южнее от Купинска Узлового, с его слов, в ходе контрнаступления ВСУ создали два выступа вокруг оккупационного Боровой. Для россиян там создается крайне опасная ситуация. Под угрозой группировка вооруженных сил Российской Федерации, которая удерживает территорию на западе Сватово. Это классическое военное поражение в обороне, когда фронт прорван в нескольких участках, рассказал советник. Он добавил, что ВСУ использовали весьма эффективную технику быстрого наступления. Она заключается в просачивании через дыры во вражеской обороне и продвижение столь быстрым темпом, чтобы противник не успел сориентироваться и принять решение.